Частная студия плавания была зарегистрирована в 2021 году и базировалась в Ульяновской областной детской клинической больнице. В учреждении оказывали услуги по грудничковому плаванию и гидрореабилитации детей с ДЦП. Оказание платных медицинских услуг и сдача в аренду бассейна, принадлежавшего Центру здоровья детской областной больницы, еще с 2010 года привело к многочисленным жалобам родителей. Чтобы восстановить права детей на бесплатные оздоровительные занятия, ульяновцы обратились в прокуратуру. В прокуратуре района проведена проверка, в ходе которой установлено, что учреждением здравоохранения был нарушен порядок распоряжения государственной собственностью, а именно при передаче договора по договору аренды помещения бассейна не было получено заключение о последствиях подобной сделки. Сотрудники прокуратуры подали иск в суд на организацию, чтобы признать незаконным договор аренды. Надзорные органы добились своей цели. Мы ходим в дневной стационар, и врач для укрепления осанки посоветовал нам, вот, прописал ходить в бассейн. Ходим абсолютно бесплатно, проходим курс. Вот сейчас пока 2 недели будем ходить. Детям нравится, мы тоже довольны. Занятия в бассейне – важная часть лечения маленьких пациентов. Особенно хорошо упражнения влияют на развитие грудничков и реабилитацию детей с ДЦП. Если это груднички, это идет у нас... Мы ребенка, во-первых, мало того, что оздоравливаем, еще ознакомливаем с новым водной средой. Также, которые детки идут постарше, они у нас уже более, так скажем, понимают нас, идут на упражнения, идут на контакт. Также администрация больницы провела в здании косметический ремонт. Бесплатные занятия в бассейне на постоянной основе теперь предусмотрены для детей от 3 недель до 10 лет. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.